Так, посмотрим, народ, что у нас на Twink аккаунте. Может быть, еще поиграем немножко на Тигре Порш, потому что, честно говоря, особо рубрик я для себя не вижу. Что вам показать, я тоже не совсем представляю. Показывать вам бои на гусе и на гусе 8-7 уровня не вижу смысла, потому что тачки не особо популярны. Честно говоря, в нынешнем рандоме не особо нужны. 7,5 даже с учетом такой низкой цены. Но вот в моем случае я бы, наверное, не стал бы покупать, если бы у меня их не было. Вот здесь у меня этих танков нету, я их как бы покупать и не собираюсь, даже если бы была бы возможность. Я вам серьезно могу сказать. Вот. Ну что, ребят, вы уже знаете, вы уже знакомы с этой рубрикой, поэтому просто прокачиваем ВК-45. Тот, что 8 уровня. Просто наслаждаемся, ребята, игре на Тигре Порш. Спасибо за подписку. На самом деле, когда вот ты играешь, например, вот как вот в моем случае, второй раз уже, то есть прокачиваешь эту ветку танков, ты получаешь какой-то особый кайф. То есть ты что-то переоцениваешь, ты как-то вот на обычные вещи смотришь по-другому и уже получаешь от этого больше удовольствия. Опа, ой, ты мой хороший, это кто ты? Это ты у нас кто? Что с тобой? Что у тебя с башней? Так, там 4 тяжа. Нужно победить и нужно настрелять. Вопрос, куда бы он мог меня пробить? Шьет без проблем, слушай, без проблем вообще шьет, чувачок. Если не вкатит, будет плохо. Так, 1-0, хорошо. Мы вроде тащим. Угу. Но он поспешил чутка. Вот, начинается Тигр Порш в своей красе. С читами? Конечно, норм. А как без них? Без них никак. Не особо выцеливаешь просто. Вот все мои читы. Ну, 2200 нормально. Так. Надо за пантеркой ехать. Ну, смотри, вот пантера меня пробивает даже изично. Неужели у пантеры лучше пробить, чем у тигра первого? Как вы думаете? Что-то мне подсказывает, что... Еще один есть! Шпик. Он, кстати говоря, фраг сделал, значит, он точно не АФК. Да. Я поеду в поле, но боюсь, что, ребят, здесь я буду не совсем, так скажем, в своей стихии. Все-таки шпик у нас что? У нас это ЛТ. У него есть там... Маскировка какая-никакая, и, по-моему, барабанчик еще. Ну, по всей видимости, в городе его нету. На респе, наверное, его тоже нету. Так. Я бы был бы не против, ребят, сделать 3000 урона. Ну, если бы по каткам не начал бы стрелять. 146. А куда-то может так не пройти жестко.
Угу. Ну вот сам, ребят, у себя опять забрал фраг, забрал, возможно, ну, вероятнее всего, медаль мастера. Я вроде бы свелся. Первый, ну да, первая тычка, окей. А что со второй? Что со второй? Почему 130 или сколько там, 150? Непонятно. Кстати говоря, ребят, нам с вами еще нужно смотреть, сколько у меня опыта. Опыт у меня 17 тысяч. Чтобы прокачать... Мы с вами сейчас идем на ВК-4502. А чтобы прокачать его, нужно 45 тысяч. С тем учетом, что это уже со скидкой. То есть нам еще нужно примерно 30. Примерно 30 тысяч для того, чтобы прокачать этот танк. Как только мы с вами его прокачаем, я сразу же сделаю видео вот в таком же формате, но только на ВК-шке 45-й. ВК, кстати говоря, после ввода сердечников, вроде ему там брони дали в ЛД. По-моему, даже в бортах он стал играться действительно круче. Он подкупает тем, что он быстрый. Ну, по крайней мере, быстрее обычного там какого-нибудь тяжа. А когда ты сравниваешь его и, например, ВК-100, это тоже восьмерка, то ты понимаешь, что ВК-45 гораздо лучше. Понятно, что Тигр 2 это вне конкуренции. Против вось... А, нет, семерки. Я сейчас им покажу, куда... Ну, лично я еду. Кланов, смотрите. Вот в моей команде 3 человека с кланом. Там также, там тоже 3, да. Остальные что? Все, боты? Напишите, кстати говоря, ребят, комментарии. Вот какой вам нравится танк больше, Тигр 1 или Тигр Порш? Как ты меня пробил, только загадка. Ну ладно. Командирку прям, ребят. Прям в командирку. Так, засветился. Повредил мой обвес. Я не понял, ребят. Я его пробил. По-моему, я по нему только и даю урон. По-моему, по нему больше никто и не стрелял. А вот это плохо. А вот это очень плохо. В нас уже прилетает с левой стороны. Здесь нужно что-то срочно делать. Нужно продавливать стокового КВ-3. Давай. Ползи. Так. Вражина обнаружена. Твоя вертуха вообще, конечно, не нравится. Гусеница сбита, движение невозможно. Пробитие. Да что ж такое-то? Да как ты-то меня пробиваешь? Да, в этом плане, конечно, ребята, Тигр 1 лучше. В плане, просто в плане того, чтобы куда-то поехать, приехать. Это вообще, ну такой медленный, у меня 100% экипаж, согласна? Медленная тачка. Но здесь я что-то вообще не настрелял, но здесь команда просто киборгов-убийц попалась. Очень все быстро сделали, молодцы. С тем учетом, что у нас с правой стороны, ну я имею в виду там, ну как посмотреть. Короче, фланг СТ был, по-моему, пустым. 7-2. Я бустеры, по-моему, забываю подрубить. А вообще они у меня есть? А у меня вообще есть эти бустеры или у меня их нету? Дайте-ка посмотрим в хранилище. Бустеры. Есть бустеры, куча. А что я не подрубаю бустеры-то, я не понял. Так, сейчас я пообъединяю все, что только можно. Так, это что-то не объединяется. Объединяю это. Это тоже не объединяется. Так, здесь синие. Даже на золото. А, на золото не объединяется. Вот странная система, немножко не догоняю. Так, вот это.
все. Не будем очень долго на это тратить время. В итоге там 3, здесь 1900. Ну, в принципе, средуха более-менее. Ну, потому что, так а зачем подрубать бустеры правильно? Сам же можешь накопить. Блин, я 2 таких сочных боя пропустил. Ну, особенно первый, где я мог бы нормально формануть опыта. Уже за пару боев мы бы уже этот ВК исследовали бы точно. Кстати говоря, вы под прошлым видео просили побольше боев. Хорошо, давайте попробуем побольше боев делать. Посмотрим, как зайдет такой формат. Так, ну вот самый пока что такой для меня опасный противник из всех... О, прекрасно поиграл. Из всех, кого я встречал, это Тигр-1 как раз таки. Он прям действительно очень крутейший танк, очень. Я даже вот не могу вам сказать, что круче. Вот что бы я бы выбрал. Тигр Порш или Тигр-1? Блин, наверное, Тигр-1. Сейчас я такую тупость могу сделать, ребята. Блин, урона 1000 всего, обалдеть, а мне казалось больше. Су-152. Вот это я момент не учитывал, конечно, да. Не учел моментик этот. Угу. И вот этот моментик тоже не учел. Мне для фарма нужно тоже в том числе и фраги делать. Да ну какой 90? Да хватит мне фугасами душить так. Сейчас бы боеукладочку бы еще рвануть. Ладно, за прошлый бой, ребята, мы с вами более-менее откидались. Сушка уже кого-то забрала. Хорошо. Профессионал кустовой. Пока его там сражается, он в кустах отстаивается. Давай свети. Я вообще не удивлюсь, если он меня пробьет, ребята. Если он меня попадет. Вот так я правильно буду говорить. То, что он пробивает, хорошо. Если особенно он заряжает кумули, проблем с этим не должно быть. Прикинь, он кумулями. Он просто плюется кумулями. Да сколько ты кадешишься, объясни. Прикинь. Ты прикинь. А это боты остались, ребят. Это остался бот. Посмотри, что он делает. Мне просто интересно, что он делает. Боже, ну я тут, конечно, сплоховал. Я тут, конечно, ребят, сплоховал. Эх, 2 победы, 1 слив. Ай-яй-яй, притом с нормальным настрелом по урону. Все, ему нужно дать одну тычку по вот этому ИСУ второму. Одну тычку, сушки. Просто чувак с кустов просто накидывает урон. И каждая заходит у него.
Сорян, да. Я что-то не рассчитал, ребят, когда этого танка. 3200 в итоге и слив. Как вы думаете, это приятно? Я думаю, что не очень. Итак, ну, давайте, ребят, посмотрим, сколько мы с вами форманули опыта. Очень мало получилось из-за того, что мы с вами слили. Но 20 тысяч уже есть. То есть, исходя из логики, по большому счету, можно было бы здесь, наверное, за пару боев что-нибудь прикольное и поднять. Так, 79-75. Как замечательно. А что у нас по танку сейчас? А по танку у нас пока 2887. Ладно, идем дальше, ребят. Их четверо, я по тяжам говорю. Их четверо, я не знаю, куда киберки поедут. Но мне нужно, наверное, двигаться с ними. Просто в противном случае меня забирает команда противников. Мне никто не помогает. И потом разбирает их. Ну, посмотри, у нас уже трудности с перемещением. Там, правда, такие же. Нам это на руку только. Ну, понятно, ботики начали кружиться. Ну, как и у меня в начале, вы видели, да, он кружился. Точно, ну, точно такой же P-43, все, его уже нету. Вот, пожалуйста, такая же пантера. Ну, вот он на центр приехал и сейчас отлетает. Ой, хорошо, как поджег тебя. Все, 2-2. Поэтому радоваться чему-то, ну, я не вижу смысла, ребят. Мы сейчас все равно будем проигрывать. Мы опять проигрываем, ребзя, мы опять проигрываем. Смотри на... Ну просто гляньте, ребят, на действия игроков. Просто посмотри. Ну просто посмотри. Он в камень стоит. Он стоит и стреляет в камень. Кто будет писать комментарий по поводу ботов? Ребят, я это все прекрасно понимаю, но от этого не становится легче. От этого не становится легче. Я все это прекрасно понимаю. Что именно такие игроки меня сейчас окружают. В прямом и в переносном смысле этого слова. Здесь можно было бы настрелять неплохой урон. А, ну и, ага, я один остался, ребят. Один против четырех. При том, что базу берут. А, я прошу, я чисто уже на этом. На рефлексах. Тащим! Тащим! Настройка у тигра. Да я же как это? Ну как же? Ну как же? Я запер. Запер вход, короче говоря, этим. Т-29. Ладно, я думаю, что это мы затащим, ребята. Это будет максимальный урон по каунту. Если вот этот не догадается объехать, то все нормально здесь будет. Офигеть, ну он шьет меня, ребята. Он меня шьет. Как... Он меня пробивает, как бы я не был бы уверен в своей победе.
А чего он не мог проехать, интересно? Ну, ребят, порадуйтесь за стримера. Ну, не каждый день настреливаешь на тигре Porsche 6000 урона. Порадуйтесь. О, бой мечты! Бой мечты, в который я наконец-таки попал. Ну, немножечко, ребята, отлегло за прошлую карточку, где мы с позором проиграли, ребят, боту на Су-152. Может быть, конечно, он не бот был. Мастер Колобанов, Россиняй, 6174 урона. И сколько мы с вами фарманули? Так, ну, блин, према нету. Вот обидно. Был бы прем, было бы еще больше всяких плюшек. Ну вот, посмотри, Тигр-1. Ну, то есть, это реальный игрок. Максимальный урон 4000, например. 200 боев даже больше, чем у меня. Поэтому, ну, тут вот еще один реальный игрок. Вот еще один реальный игрок. И посмотрите. Будущий киберспортсмен, ребята. И у меня. На втором месте бот, ребят. Дойди до знаков классности и 1500 твои. Вот. Вот это приятно, ребят. Все. На самом деле, все очень четко, потому что у нас с вами впереди ВК-45, которому тоже нужно будет немножечко задонатить на экипаж. До этого танка осталось совсем немного. По большому счету, я его, наверное, мог бы исследовать в ближайшее время, но свободка-то мне нужна. Свободка будет нужна для того, чтобы вот это вот орудие поставить. Без орудия этот танк будет, ну, никакущим. Он против девяток попадает. Вот, и хотя бы башню. То есть, получается, ребят, 36 тысяч нужно будет оборудовать ВК-4502. Просто для того, чтобы он хоть что-то мог. Но это еще не будут стоять катки и двигатель. Так, а если я, например, сейчас потрачу 800, ну нам же нужно на экипаж в 1000 золота. Если я сейчас потрачу 853, например, на свободный опыт. Вот, переведем. У нас с вами получается, что 32 тысячи. 32 тысячи, и вполне можно исследовать танк. Сколько нужно будет истратить из свободного опыта? Из свободного опыта нужно будет истратить, ё-моё, 15 тысяч. Не, я не готов. Давайте еще один бой, наверное. Вы просили 5 боев. Давайте. В общем, было... Сейчас я вам скажу, 4, по-моему, боя. Сейчас, одну минуту, ребят. Вот. Итак, сколько у нас было боев? Тигр-Порш. Вот, Тигр-Порш. Раз, два, три, четыре. Ну и давайте завершим тогда 5-м боем. 3 победы, 1 слив пока что. Напишите обязательно, ребята, хватит количество боев 5 штук равной или не хватит? Так, все. Ну, но все равно, ты все равно в глубине души, как я сейчас, радуешься такому настрелу. Ну, согласись. Так, 4 тяжа, 2 ПТ. Прям супер опасных тяжей, ну, я, по крайней мере, не вижу. Ну, по крайней мере, нету тигров в Порш, тигров первых, там, из какой-то. Сейчас посмотрим, может быть, я к нему, кстати, вернусь. Видели? Эх. У вейнов нету вообще. Повезло. Видел, он меня загородил. Все, стоп. Сушка не пройдет. Да. Да почему в меня, если колбаса такая проехала? Самого опасного среди всех я забрал. Сейчас надо разбираться с этим.
Тем более, что у нас у... Я не знаю, что он делает тут. Она играет, нет? Сейчас, подождите. Да куда ты в другую сторону крутиться нужно? Балбес. Ладно, победный бой еще может быть. Хотя бы трешечку я дам. Там 2 ВК остается. А, 3 ВК, 3601. Вы че, пацаны? Хотите прокачать Е100 всей дружной компании? У меня ХП мало. Блин, я... Если бы я не понаполучал от СУ-152. Моя глупость была. Вот так вот. И все, ребят, все мои планы рухнули. В тартарары. Вот тебе ВК-36, ребят. Вот тебе ВК-36. Да. 6-й уровень. Пожалуйста, вот тебе 6-й уровень. Сейчас надо пробивать. Не забрал бы. Ну тут прям на тоненького, ребят. Тут прям на тоненького, правда. Ну вот говорите, боты, не боты. Вот, они пробивают. Они просто идут и тебя пробивают. И плевать, что они против Тигра Порш. Еле-еле, я бы сам себя не простил, если бы я здесь, мало того, чтобы слился, и мы бы еще и проиграли. Отлично, второй мастер, ребят, я доволен. А, как итог, на Тигре Порше у нас какой средний урон? Сейчас дайте посмотрю, подождите-ка, дайте-ка я сюда загляну. Так, 3,5, 87% побед. Ну, неплохо, ребят, но это только начало. Так, завершаем неделю, к сожалению, не забрав, по-моему, 320 тысяч. То есть награды собрали не все. Плохо, печально. Так, у нас 38 600. А это означает, что потратив всего лишь 8 тысяч свободного опыта, мы с вами исследуем ВК-4502. Я думаю, что мы сразу же этим займемся. Потому что, честно, ребята, я не помню, сколько будет действовать вот эта вот скидка на исследование, но пропустить я ее бы не хотел. В итоге у нас есть танк. Даже мы с вами, наверное, возьмем... Даже, наверное, исследуем башенку. У нас остается 11 тысяч. И он хотя бы, ну, хоть как-то будет выглядеть неплохо. Продавать Тигр Порш? Да, конечно же, я продавать не буду. Наверное, надо будет немножечко пофармить для того, чтобы купить ВК-4502. Но самое главное, ребята, задача на сегодня выполнена. То есть мы исследовали ВК-4502. Все, ребят, всем огромное спасибо за этот просмотр, за этот такой достаточно долгий ролик. Очень хочется увидеть ваше мнение в комментариях. Всем огромное спасибо за подписку, за лайки. Всем пока-пока.